Вот такая она ситуация, представляете, да? Встали вы на твоем автомобиле, да, с девушкой, или девушка у вас за рулем, и ничего сделать не можете. Ну, ладно еще, если машина неисправна. А если такое случилось, и вы будете сколько стоять? Ну, это хорошо, что у них все работает. А как дальше-то? А дальше мы вызываем эвакуатор. Вот, кстати, за моей спиной приезжает, вот, посмотрите, нормальный эвакуатор. Номера 45, 49, 50, вот. И мы соберемся и эту машину поставим вам, представляете? Вот. При этом, вот спросите, где это стоит? Это город? Да нет, это не город, достаточно далеко от города. Но тем не менее, в этом эвакуаторе вы можете и поспать в том числе. То есть, если позвонить по вот этому замечательному номеру 45, 49, 50, вам пришлют обалденный эвакуатор, и мы вам сейчас покажем, как вы можете отдохнуть. Вот давайте подумаем. Зима, холода, машина не заводится или после аварии. Ну подумайте сами, к кому обратиться? А если вы еще не в городе? А если и семья рядом? По сути, это трагедия. Но по сути, в Магнитогорске есть единственная машина, которая вам поможет. Это эвакуатор. Он приедет, заберет вашу машину из любой точки России и стран ближнего зарубежья и доставит вас с собой. Причем тема. Человек после проблем на дороге и с машиной находится в плачевном состоянии. И ему не сидеть надо, а лежать. А здесь, пожалуйста, два полноценных спальных места. И по сути сюда залезет вся семья. И не дай бог такое может и случиться. А вот еще один эвакуатор. Для больших машин с низкой посадкой. Дело-то в чем заключается? Большинство, да по сути все эвакуаторы не предназначены для машин с пневматическими баллонами подкачки, либо это может быть гидравлика. Ну поймите, машина лежит на дне, как поднять-то? Правило такое, потихонечку ее затаскиваем на трал и тралом поднимаем. Такая штука не у каждого, но в этой фирме она присутствует. Конечно, вы должны понять, куда мы вас привозим, где вас ждут замечательные эвакуаторы, которые могут любую машину приподнять. Так место то самое, где и находится. Мы уже разочек как-то снимали. Авторитет сервис. Помните, знаете, где это находится? Да вы посмотрите сами. То есть советская армия прямо вот за моей спиной. Вот сюда. Доворачиваете. Тут рядышком вот буквально апекс. Пятиэтажное здание такое здоровое. Да? Вот оно тоже рядышком. Приезжайте сюда, заказывайте. Вот вам, пожалуйста, телефоны. И также, если что-то уж случилось, чтобы ваша машина нормально вела себя и эксплуатировалась, ее можно сделать здесь же. Потому что цены невысокие. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, это тот самый сервис, где я вам сказал, что почему бы не приехать сюда. А теперь вопрос, куда везем? Вопрос правильный. Везем туда, где делают все быстро и качественно. Давайте оговорим правила. Оптимальное место, где решаются все эти проблемы, это здесь. Пункт номер один. Продиагностируют и поменяют в кратчайшие сроки. Пункт номер два. Если авария, то никаких дорогих цен на запчасти быть не может. Потому что я видал ситуацию, видал результат. Отвез машину и такая гонка. И сроков нет, по сути, и с запчастями проблемки. У вас какая цена? Ну, мы позиционируем наш автомобильный комплекс, как мы стараемся выделиться основными конкурентными преимуществами, как быстрые сроки выполнения работ, невысокая стоимость и, конечно же, высокое качество. Теперь маленький вопрос. Раз у вас есть свои эвакуаторы, то есть надо понимать, что если человек в черте города решился обратиться к вам, то вы его доставите до суда абсолютно бесплатно. Да, конечно. И вот это правило. Замечательный эвакуатор, это раз. Причем и для междугородья. Пункт номер два. Это правильный сервис. То есть вам надо понять правила. Оформив перевозку вашего страдальца, вы не влетаете в сроки, в скорость и в результат. Сроки будут быстрыми, скорость оптимальна. И по деньгам. Цены вас не удивят.